Сегодня же гости открыли учебный класс предприятий МТЗ и ГОМСельмаш в Чувашской сельхозакадемии. Сотрудничество аграриев Чувашии с ОАО «ГОМСельмаш» началось еще в 2004 году. С тех пор в сельскохозяйственном парке республики появилось около 180 комбайнов белорусского производства. Сегодня Чувашской сельхозакадемии передали еще несколько единиц – тракторы «Белорус» и кормоуборочный комбайн. Теперь наши студенты смогут получать не только теоретические знания, но и практиковаться на современной технике, которая работает на полях республики. Ну, мы рассчитываем на то, что студенты, которые будут обучаться на этой технике, будут грамотными, подготовленными, квалифицированными специалистами, будут качественно эксплуатировать нашу технику. Поставка техники в республику производится, но не тех объемов, которых мы хотели бы. Но мы рассчитываем на то, что вот как раз с открытием класса бренд будет популяризироваться, и количество техники в республику продаваемой будет увеличиться. Сегодня же состоялось и подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Одно из них между Гродненским государственным аграрным университетом и Чувашской государственной сельскохозяйственной академией. Сотрудничество Белоруссии и России в рамках научно-технической направленности, оно, как говорится, имеет большую перспективу перед собой. И я думаю, что это будет интересно и для Беларуси, и для России. Это наша общая задача – повышение вот эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в частности, хмелеводства. Надеюсь на долгосрочную перспективу нашего научно-технического сотрудничества. И был сегодня подписан договор с Чувашской сельскохозяйственной академией и нашим аграрным университетом о научно-техническом сотрудничестве, которое, я думаю, будет иметь большие, как говорится, продолжения перспективы.